Здравствуйте, уважаемый жюри, я Борис Владимир Шустой, вы класс Мабусош номер 17, исследовательская работа «Как читать быстро и запоминать». С каждым годом объем информации, предлагаемой школьной программы, увеличивается. Проблема исследования – низкая техника чтения и нежелание читать больше. Цель исследования – повысить скорость чтения за ограниченный промежуток времени на 340 слов. Задача исследования – изучить доступную литературу, рассказывающую влияние скорости чтения на развитие школьника. Провести ставки и итоги диагностика появления первоначальной и конечной скорости чтения. Подобрать и опробировать упражнения, способствующие эффективному развитию скорости чтения. Сделать анализ, суммировать выводы и рекомендации. Объект исследования чтения, предмет исследования скорости чтения. Гипотеза. Систематически выполняя комплекс специальных упражнений, нам удастся повысить скорость чтения за 3 недели примерно на 340 слов. Практическая часть, все экспериментальные части мы разделили на 3 этапа. Стартует диагностики, собственно, экспериментальные и итоги диагностики. На этапе стартовой диагностики перед нами стоят 2 задачи. Выяснить, существует ли необходимость читать с большой скоростью. Определить необходимо на выполнение домашнего задания. Диаграмма старта и диагностика. Синяя обозначена количество слов в минуту, красным ответом на вопросы по содержанию. Выводы. Скорость чтения нужно повышать, так как объем материала увеличивается. Скорость чтения учеников даже одного класса может быть различной. Выводы. Скорость чтения увеличилась, если заниматься подобными упражнениями без системы, пропускать занятия, то на это результаты могут сниться, особенно в начале работы. Чтобы добиться результата, нужно системы занятий. На втором этапе согласие на участие дали 3 человека. Ежедневно мы выполняли комплекс упражнений, продолжительность каждого занятия составляла 60 минут. Всего за день недели провели 10 занятий. Заключение. Проведенные диагностические и контрольные исследования чтения позволили сделать следующие выводы. Первое. Скорость чтения нужно повышать, так как объем информации увеличивается. На эффективность работы влияют личные психофизические и логопедические особенности. Скорость чтения при использовании упражнений увеличилось примерно 30 слов у одного из участников, на 40 и более у двух других. Четвертое. Повысить качество понимания прочитанного и правильность чтения. Цель исследования. Достигнута гипотеза, работа подтвердилась. Спасибо за внимание.